Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московские будни». Сейчас мы находимся в районе Северная Чертаново. Я здесь раньше жила, много лет назад. Я переехала в район Южная Бутово. И вот ностальгия. Я пришла сюда, где гуляла с маленькими детками. Ничего особо не изменилось. Я думала, может быть, изменилось, может быть, фонтана добавили. Нет, ничего не добавили. Пруд как был, так и есть. Сейчас у нас гораздо красивее. А тогда, много лет назад, я никак не хотела переезжать в Бутово. У меня туда муж ездил на рыбалку. Ему понравился тут молодой район. В общем-то, мне здесь вам показать особо нечего. Водоем, уточки и голуби. Сейчас присяду, голубей покормлю. Давно я их не кормила. И пойдем туда, на Балаклавский проспект, прогуляемся. Там тоже я жила до Чертаново. Ну вот они слетаются. Одна была. Вот всегда, когда бы я ни кормила, обязательно среди них одна будет блондинка. Это я. Вот как они любят семечки. Я даже им зернышки уже не беру. Чертановские голуби у меня собрались. Боже, они слетаются и слетаются. Не очень любят семечки. Вот и все. Посмотрите, сколько их. Боже мой. Сейчас вот туда наверх поднимусь, покажу вам сверху вид. Там храм вон отстроили большой. Раньше там был деревянный, но потихонечку, по кирпичику собирали и собрали. В конце концов, поставили большой кирпичный. Там ни разу не была. Была только в деревянном. И чем он мне запомнился, тот храм? Я была уже взрослая, и первая исповедь у меня там была. Это, конечно, незабываемое. Никогда не забудешь такого. Коровка. Ну. Смотрите, как живая стоит. Туда я не буду уже подниматься. Или подняться, показать вам. Давайте сейчас поднимусь, покажу сверху вид. Там кафешки всякие разные. Вот вид сверху. Еще один район Москвы вам показала.
очень жарко. У нас стали ставить палатки. Может быть, и раньше ставили, я не знаю, но сейчас прям так более активно, где продают краснодарскую клубнику и дагестанскую черешню. Цена 350 рублей за килограмм и на то, и на другое. Здесь нет каких-то достопримечательностей. Просто показала вам район Чертаново. Северный. Мне сейчас хочется, конечно, ближе к водичке, к фонтанам. Поэтому я сейчас спускаюсь к метро и поеду показывать вам другие места, где есть водоемы, либо фонтаны. В этом храме я с вами уже была, приходила, вам показывала. Это была весна, по-моему. Это храм около метро, улица, бульвар Адмирала Ушакова. Территория мне нравится, очень красивая. Храм красивый, ухоженное все. Ну, сейчас зайду в парк со стороны, с этой стороны. Здесь еще мы не гуляли, наш знаменитый красивый парк. Это наш любимый парк. Просто с другой стороны зашла. Еле голубые, мне очень нравятся. Смотрите, какие красивые. Пушистые. Это все наш парк, Южная Бутова. Он огромный. Я зашла со стороны бульвара Адмирала Ушакова. Он здесь заканчивается. А начинается... Дальше, там, допустим, Бунинская аллея, станция, это конечная станция, но парк начинается гораздо раньше. Чистота, порядок, цветочки, все ухожено. Прям вот это меня, конечно, умиляет. Только я не могу понять, почему у нас там один есть фонтан небольшой и все. Как-то они не продумали.